надо проплыть, который, в принципе, для взрослых. Бассейне поменьше. Какие-то упражнения выполняет, дышит под водой. И упражнения поплавок показали. Наверное, поплавок и делает. Ну да. Так, мы с Сюшкой после тренировки зашли здесь в кафе и купили такие пряники. Это Лео и Пупалчик из Brawl Stars. Вот Лео в капюшоне. Вот. А вот это Пупалчик. В общем, это кто-то из Brawl Stars. Это Лео и Пупалчик. Я-то эту игру не знаю. Я не знаю, как его зовут. Понятно. Лео и Пупалчик. А вот это запомнила Лео. Самый знакомый мой Лео. Понятно. Короче, будешь есть пряники с этими, с персонажами. А, да. Так, мы приехали на пятиэтажке. Выходи, выходи. Привет. Привет, я беру Игоря, беру сюрприз. Игорь, у меня, к сожалению, их два, я один беру себя взяла, один кому-то из вас. Простите, но... Ты знаешь Brawl Stars? Да, да. Смотри. Игорь. Это в бассейне нашла такие пряники. На, бери. Хочешь? Мне Леон сделал язык зеленым. Леон, ты что мне язык покрасил? Да, Алиса катает Олега. Вот любит катать кого-то. Да, метр с кепкой, да. Метр с кепкой. Мой Оливет. Оливет. Так я не Оливет. Ты что, сейчас ошибайся? Как весело. Смотри, мама. Смотри, как мило. Владик, катай. Влад, ой, а я катаю. Сядь, Влад. Скажи. Осторожнее. Владик, падай. Хорошо. А я хоп. Все, поменялись. А мы тоже в детстве так делали дырочки в бутылках. И получались брызгалки. И Игорь еще подходит для шашлыка. Да, точно. Он у Владика залез на дерево. Где там Влад? На дереве. Папа пошел страховать Алису. Дождик. Давай, Владик. Владик, а я на сиденье, ловли. Ага. Вот тут мы сидим. Понятно. Сама виновата. Посидеть. Вот там еще окно. Вы туда встаньте, посмотрите. Смотрите, давайте играть в дома. Здесь мой дом, смотрите. Блин, я хотел там. Значит, я тут. Мы можем жить вдвоем. Мы надым великий дом. С колесами, как колеса. А у меня большая сидушка. Дом. Олег, иди к нам, ты на дерево обещал. Я спать. Да, Олег, приди к нам, что ты втыкаешь в технику? Все, я спать. Спокойной ночи. Он там Пасху смотрит. Да. Шорты смотрят. Дай сейчас микрофон. Влад, мы тебе я тебя накачаю. Хорошо? Хорошо. Дайтесь. Вот так. Веселуха! Мы погнали, Игорь.
она запрыгнула. О, она их может прокусить. Да, Петя хозяин двора. Где там Петя? Он, наверное, уже в Алисином домике. Мальчики. Да, это наши котята. Боятся, боятся улицы. Это наши котята. Вот такие глазки у него. Я его обожаю. Это пушистый, ты милый малыш. Смотри, вот его чудо. Вот этого. Видишь? Чудо. Сладкое чудо. Я искала, чем угостить детей. Нашла мороженое в морозилке. Я спонжики нашла, а перекись не нашла. У нас перекись тут надо, у нас тут раненый боец. Мама, а, у него сейчас колено очень болит. Ты колено разбил? Да, у меня сеточка разбивалась. Шлепнулся. Цей, Худач, что у меня изменилось? Намок. Смотри, рано. Да. Мороженое такое рано, Игорь. У нас уже рано. У вас у всех разное мороженка. Я хочу подавить тебя по-настоящему. Покажи. А, разбил лоб, да. Так, Сереж, сейчас я вынесу просто водичку, потому что у тебя грязно. Или пошли у бабушки помоешь с мылом. С мылом надо помочь. Какая осторожная, у нас же у тебя штучка. А может залезть так. А мы возьмем вот эти с собой спонжики. Лена. А. Лена. Первый раз таки рано. Да, можно. Лена. А. Да. Да. Это Сережа не у нас упал, это мимо нас шел. Мои бутерброды. У нас тревога. Алиска повыносила пистолетики. Давайте играть в GTA. Так в GTA, давайте. Да, мы играем. Да, второй, я. Ты, GTA, а ты четвертый. Давайте играть. Стоп! У вас тут безопасно. Он идет ногой. Ты что, прям всем взяла полотенушки? Да. Леон, 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 Леон. Бери полотенце. Мне вот это. Смотрите, я сейчас мяч, да? Все, вытирайтесь, уже не мочитесь, хорошо? Смотрите. Снежуля. И вот тебе рисуночек. Спасибо. Подушечкой. Это ты? Да. Похоже. Покажи хвостик. О, какой хвостик. Кисюля. Кисюлька. Меня что-то укусило до такой степени, что вот такое красное огромное пятно на бедре. Оно чешется, оно плотное, оно горячее. И это уже 3-4 дня продолжается. Представляете? Жду малявочку с занятий. Она там на гамаках. Закончились занятия, и мы спешим. Кем ты собираешься стать? Говорит, я же скалолазкой собираюсь стать. Сильные мускулы? Так у тебя и так, вон, бицепсы какие. А ну покажи, во какой бицепс. Большие. Помощница. Забрала у бабушки сумку и тащит, чтобы бабушке легче было. Вот и помощница бабушкина, молодец.
Вот какие у меня гипсы были. Я уже кирпичи поднимаю. Ой, там из сумки смотри, чтобы не высыпалось, да. Я уже кирпичи на улице поднимаю. Мы спешим домой, потому что пригласили сегодня Алискиных друзей пожарить сосиски, маршмеллоу, клубнички сейчас еще купим. Вот хотим сругу взять у людей. Где-то здесь. Где-то здесь. Вот как раз ищем, где эти люди проживают. Нам дали адрес. Посмотрите, какая красота. Дали вместе с корзиночками. Я сказала, что корзиночки потом завезут. И вторая вон у бабушки стоит. Сказала, что завезут, потому что нам-то они все равно не нужны. А людям пригодятся. Она сказала, специально ради этого не едьте. Я говорю, ну мы же у вас, наверное, еще будем покупать. А мы рядом проезжаем по 10 минут. Да, мы недалеко живем. Какая красотень, не могу насмотреться. А запах? Все-таки сейчас реально самое лучшее время года. Кто это? Жду. Прыгает. Это Ярик. Привет. Это что, мы так напылили? А? Это мы так напылили? Да. Привет. Привет. Будите спящую красавицу. Клубнику. Эй, я клубнику. Добрый день. Алиса. Добрый спит, день. А, Алиса. Это у вас что-то со двора, да, Ярик? Алиса спит. Алиса. Дым какой-то. Алиса! Качала. Просыпайся, спящая красавица. А зачем ты вышла, Лена? Просто. Все, уж идем во двор. Ура! Ставьте лайки. А уже наливаем чашечки, уже наливаем. А? Куда скупить? Нема в гараже. Наверное, просто. Спасибо. Так. А что, тебе нужно наливать стаканчики? Не, наливать пока ничего не надо. Не надо, я краску наливаю. Да. Тут кто? Тут ребята сами тут все расставляют. Тут я, тут Рома. Молодцы. И сосиски сами будете жарить, да? Да. Это же ваш, ваш пикничок. Куда сядешь? О, спасибо. Я воду буду. Зачем? Мама, я пить хочу. Пить. Подожди, Алис, надо эту штуку убрать. Убрала. Давай, давай. Не, не надо, сейчас тарелку еще. Кто со мной? Кто со мной? Кто со мной? Это экстремалка. Главное, держись. Не, не. Я встать не могу. Ой. Алиса, ноги, ноги, ноги поставь. Лена, хозяин двора. Алиса, что с тобой? Алиска, да ничего, нормально. Да, Алиса, вы бы видели, как... Она попу выжила. Вы бы видели, как она крутилась вниз головой сегодня там на гамочках. Или YouTube шоу, или я кто-то. Все, ребят, давай. Рома, Рома, нет. Я спать. Рома, я уже не... Рома, посмотрим, мы посмотрим, кого из вас в космонавты можно. Не, мы, меня, меня. А, кстати, меня. Тебя можно, да, у тебя голова не закружилась. Рома, Ром, да, потом ты. Все, Алиску можно в космонавты. Я, она даже не зашаталась. И другого. Потом я. Потом я. Другого еще космонавта. Я давно не був, я давно не був. А хорош, вы уже Сережу закрутили до самого верха. Тихо, дай я его. Сережа уже упал. Ай, Алис. Отпускай. Больно. И сейчас такие. Жесть. И сейчас такие, Серега. Я обличчя не бачу, я обличчя не бачу. Это Серега берегает. В полете. Все, Серега, крутись, она уже в обратную на тело сторону крутится. Потом другую сторону. Я сейчас. Бедный Сережа. Я перший жарю сосиски. Я вторая. Я третій. Щося. І Аліса перший. Я перший. Я третій. Я Аліса перша жарю, я другий. Ні, то жарте вместе, чего? Бабушка нам помогає дітям почистити клубничку. Красотень.
Так, тащу детям булочки и маршмеллоу. Мам, сиськи, иди со мной, проблема. Давай-то я подержу. Ящик залетел. Куда? Куда залетел? Да. Туда? Он залетел. Я понял, где? Сережа запрыгнул. Он туда упал. В огород? Да. А. Я сейчас туда. Ну, это не проблема. Смотри, мама, я с... Булочки, я сразу... А где палочки? Сейчас будут шампура, какие палочки. Ну, типа шампура. Да, сейчас дядя Костя принесет. А, надо сейчас руки еще. Он сейчас принесет сосиски, шампура. Он купил кока-колу и попси-колу. А я чудо-сад. Да. А ты вкусная водичка, ты че? Костя костер развел и бросил туда пенечки, которые когда-то хомякам делали на канале Хомки. Мне так жалко. А он говорит, я тебе новые сделаю. Они уже, говорит, старые. Ага. Я. Можно я? Можно я с Алиской? Лена. Блин, ну... Да, можно воду? Ну, один плач. Я думаю, мы... Не, да, не надо пока пуляться водой. Я думаю, мы на шампуре. На шампурах будете сейчас булочки жарить. Я другой. О, они так... Тихо, тихо. Они сгорят вот так, это там огонь. Мои друзья плачут, что пельнёчки горят такие. Да, мне тоже жалко. А Серёжа говорит... Я уже сказала. А Серёжа говорит... Я. Да вы все вместе можете? Мы сгорели. Да, мне тоже жалко. Я первый. Я зато тёплый. Я третий. Я перший. Я другий. О, какие вы классные. Вот, Паша. Это негр получится. Давай. Ну уже топлайн. Сейчас поставлю сюда все. Давайте. Дети, аккуратно опустите шампура вниз. Ярик, шампур вниз, вниз опусти. Все, вот так. Пожалуйста, острым вниз. Раньше думал, все. Острым вниз. Давайте играть вместе с циркулем, но мы будем только учениками. Короче, по четвертому. А, 23. Мне кажется, они уже готовы, да? Нет. Мне еще чуть-чуть там надо. Булочки у вас сгореть могут, переворачивайте. Все. Да, вы уже наши. У Серёги уже такая. Потому что там огонь, над огнем вообще нет. Не. Алиса, поворачивай. Я Алиса переворачиваю. Я поближе, потом хрустеть буду. Ярик, вниз не труси им, пожалуйста. Чтобы вы не поранили никого. По телефону говорит. Давайте играть мисс циркуль. Мама, мисс циркуль, я за ручка. Погоди, давайте вы поедите то, что пожарили. А потом Паша, уже... Да я сейчас с Яриком. Мама, это что? О, горячая картошка. Это какой-то лимонад. Он колючий. Картошка. Чудо-сад. Да. А чудо-сад. Горячая картошка. Вот, давай чудо-сад, это я. Это Игорь купил, говорит, вкусный. Чудо-сад, горячая картошка. Да, точно. Дайте мне чудо-сад. Ну, давай попробуешь. Зараз я пойду залезну. Это как яблочный сок, я так поняла. Игорь говорит, что он очень вкусный. Ничего себе, там пузырьки. Булочки горят! О, они уже даже пахнут. Точно сгорело. Вкусно. Давай сосиску кушать дальше. Ты принесла вилки? Нет. А что не? А как же кушать без вилок? А? А я Пашу попросила. Так, аккуратненько только, ладно? А маленький кола можем взять? Да, вы их жарить будете сейчас, когда съедите сосиски. Кола! Лайф. Факт. Лайфхак. Лайфхак? Что буду, если смешать пепси и с кока-колу? Из чудо-сада. Пепси-кола. Будет. Кола-пепси. Еще чудо-сад. О, кола-пепси, чудо-сад. О, это уже будет, я не знаю, гремучая смесь. Ай! Щипается. Типа, я любила кола. А что вы все? Мне корочку. Вот это. А что вы все стоя кушаете? Ну, потому что на качели. Паш, закрывай. Далеко можно стол подвинуть ближе? А, ну-ка, давайте стол подвинуть. Да, только аккуратно, чтобы ни у кого ничего не разлилось. Садитесь. Вот и все. Стоят. О, там нормально. Серёг. А? Это пипец. Вкусно? Жареное на костре всегда вкусно. Сделано своими руками, всегда вкусно.
учитель слушает, кроме Сергея, Алисы и Ярика. Только Рома. А и Б сидели на трубе. А упала, Б пропала. Кто совсем на трубе? И... Че ты высказываешь? Что ты сказал? А, Б сидели на трубе. А, Б, Б пропал. Кто слышит на трубе? Оба. Оба. Я наговорил. 5000. А ну как? Самое, нет, сейчас еще смешно. Ну то было самое, в самом конце, наверное. Ну, в конце. Да, смотрите, я вам покажу этот титул. А, да, да тоже. Это, а, кстати, это, мне кстати, Алиса на лицо дуже нравится. Это, кстати, много посмотрели. Да. А еще где вы кота спасали? Много посмотрели. Ну, самое любимое мое, самое мое любимое. Я не знаю, просто я говорю. Настя? Да. Не вам появляться, тогда ж прикольно. А это... Ну что, плавится? Мне даже там отпечаток остался. Пацаны, что мы на ногу говорим? Попробуй над огнем, Ярик, попробуй над огнем. Все, все, все. Ой. Ладно, такой поеду. Моя вообще как будто не горит. Вкусно? Серёга, снимай уже! Мама, ну будет вкусно. Ну попробуешь. Надо на жару, на жару. Ярослава, аккуратно. Алечка, мне верх не задирай. Серёжа, смотри. Да. Мне Рома свою отдал. Спасибо, Рома. Боже, Луна там пожарила свою курицу, наверное. Боже. Стоит с курицей. Руки мыть надо? Да, да. Потом наберёшь. Тебя взял, мыть руки, Пусть. Ну, красавица, да? Да, Надя Лисе очки принесла модные. Ну, красавица. Тучки. Я пойду друзьям скажу, смотрите, ну, конечно. Я крутая. Пойди посмотри. Спасибо огромное, Надя. И я тебя люблю. Тучка моя. Друзья, я крутая, смотрите. Надя подарила. Нех Надя подарила. Ну, посмотри на меня. Смотри, Серёжа. Уже не знаю, сколько раз спасибо говорила. Мне Надя очки подарила. Подожди, что в Ярика что-то с колесом полностью сдулось. Все ушли домой, а Ярик не может, потому что колесо. Сейчас догонит, наверное. Да, сейчас догонит. Не подождали. Я, ну, вот я где-то был. Где-то с это, да? Отворот, все. О, вау. Это на выпускной? Нет, не тяжело. Вони в штанах. Ты гулять идешь так? Да. О, красота. А ты зверху не берешь на кидку? Да нет. Это жарко, мать, жарко так. Жарко. Боже, худюща. Давай я тебе тут открою, чтобы ты там. А мы сейчас ворота будем открывать. Мне вот это все наши девчата сильно худющие. Да? Петюня там засел. Смотрит, кто куда едет. Ничего не боится. Ни машину, ничего. Даша уже взрослая. Ох, и красивые очки. Алиска. Только не сиди на этом, дочь. Ох, и красивые очки. Ага. Вот главное... он, Надя, тебя любит. Ага, главное, чтобы не сломались. Да. Да, а сейчас на пяти? Да не, а вы что, гулять еще будете? Да. Что, хочешь поехать погулять? Я думаю, вы нас довезете. Да. Я думаю, вы нас довезете. Вот я плачу все, вот мы. Ну, спрашивай папу. Алис, уже темно. Ну, папа, они там будут гулять, я с ними хочу. Завтра погуляем. Ну, съездите на 20 минуток. 20 минут. 20 минут ей хватит. Только тебя, Дося, будут комары кусать. Да. Ничего, все равно. Он дрила мои укусы. Да, неизвестно, что он покусал. Давай уже завтра. Ничего. А Сереге даже половины чай на 15. Все, Алиска уболтала, повез ее, и Игоря, и Рому. Остальные на великах поехали. А я иду домой. Ну что, день у нас выдался хороший, да, лисенок? Да. Лисюшка покупалась, довольна очень сегодняшним днем.
Только что созванивались с Сережкой. Может, он сейчас на ночевку к нам приедет. Ну, Костя за ним съездит. Сейчас, если его мама отпустит. У него уже каникулы начинаются. У всех твоих друзей каникулы начинаются. Ура! Игорь так радовался. Говорит, Алиса, буду к тебе каждый день приходить. А я не очень рада каникулам, потому что я люблю свою обычную школу, а она закончится летом. Обожаю лето. Мы никуда уже точно не поедем, мы уже все решили. Хотя у нас была возможность, был вариант поехать в Италию. Предлагали там дешевле жилье нам даже сдать, ну, как своим знакомые Настины. Но мы отмели этот вариант, мы решили, что мы не поедем. Это очень дорого, это надо очень много бензина, это надо останавливаться на ночевке, так как мы на машине едем на ночевке в разных странах. Это очень дорого, такая одна ночевка. Ну, в целом мы пока не готовы к такому путешествию. Я тоже хочу быть в видео еще. Хочешь быть в видео? Хочет быть в видео. Малышка. Рассказываешь так? Да. Алиса выкупалась. Мы перестелили сейчас кровать. Я вот в кофте к тебе прилегла. Это неправильно. Мне надо переодеться. То есть. Соскучилась Алиса по Сережке. Сейчас... Если он придет, то у нас вырубят как раз свет. И что вы будете делать без света? С фонариком будем в шалене-мордахе играть, да? Да, да. А через сколько минут выключат свет? Да еще не скоро, еще больше, чем через час. Просто пока он покупается, пока папа за ним съездит, то, наверное, как раз уже и будет отключение света. Ой, господи! Вы же с улицы черные приходите. Сразу мамы первым делом купают детей бегом, пока свет не отключили. Почухай спинку. Спинку почухать. Настя сегодня осталась у Кати в Киеве ночевать на ночевку, потому что ей нужно диплом свой сдать. Она и Катю отвезла в Киев, и по своим делам там волосы коррекцию делала, и вот это поедет в университет. Либо сегодня съездила, либо завтра поедет, не знаю. В общем, завтра к вечеру вернется домой. И потом все, уже через несколько дней уезжает в Италию. Ну, мы думали, может быть, с ней вместе поехать, но в итоге решили, что нет, в этом году никуда не поедем, потому что еще Алисе надо свою комнату сделать к школе, и котят надо раздать. И, в общем, ну, очень много всего, понимаете, как-то это все не укладывается у меня в голове, как это все успеть и совместить. Очень жаль, конечно, потому что море есть море, это хорошо для здоровья. Но вот эта тяжелая дорога, конечно... И бабушке оно тяжело, и не хочется ехать туда в жару, в эту, после ее проблем онкологических. И, ну, в общем, очень много причин, которые мы взвесили, знаете, все за и против, и решили, что, наверное, все-таки в этом году никуда мы не поедем. Слишком много всего, надо успеть за лето. Я не знаю, как это успеть. Ты рада, что мы не поедем никуда? Да! Алиса и не хотела, она с друзьями лето планировала провести. В ее планы не входило ехать на какое-то там море. Какую-то там Смотри, Италию. Смотри, гамбелла зашла. Ага. Ох, ничего себе зашла, уже и на воростайку залезла. Вот как освоилась. Смотрите. И Тим там, смотрит. Да. Тим хочет. Многие спрашивали, зачем мы забрали Беллу к себе. Ну, потому что Настя на все лето уезжает. Я не считаю нормальным бросить кошку на все лето одну дома. Даже если мы к ней каждые 3 дня будем приезжать, ей там корм насыпать, ну, все менять. Ей же скучно. Все лето. Это очень долго для нее. А тут вон она играется. Она уже со всеми подружилась. Она с Тимом играет? Да, она с Тимом играет. Со всеми играется. Класс. Она такая общительная очень. Она и тогда была, когда мы подобрали их только с улицы. Она была очень общительной. Я еще думала, как она у Насти одна будет жить с таким характером. Ну, он играется со всеми, довольный. Не зря мы Беллу к себе забрали. Да, ей не хватало общения. Большой домик. Она довольная вообще. Очень. О, папа. Симба прибежал. Только Белла толстая еще. Симба, это твой братик, Белла. Мама, только мне кажется, что Белла толстая. Ну ничего, вот будет бегать с ними и похудеет как раз. У нее уже просто... Смотри. У просто уже живот больше голова. Смотри, как она бегает. Сейчас похудеет быстро. Что же она там сидела на диване одна? Конечно, потолстела. Да? Белла, мурздый. Ее раньше Мурздой звали. Тебе не нравится Белла? Ну, не очень. Мне Белла не нравится, если честно. Будем ее
ее Мурдой звать? Ну, Мурдой тоже как-то. Может, ее вообще еще как-то по-другому назвать, не знаю. Я просто думаю, что мы Насте вряд ли ее уже будем назад потом отдавать. Ну, в смысле, я Настю уговорю, наверное, чтобы она у нас оставалась, потому что смотрите, какая она общительная. Ну, скучно ей там. Ой, когтеточки! Ты сейчас сломаешь эту когтеточку. Такой толстенький. Симба. Мы это для малышей купили. Малыш, залез. Сейчас грохнешься оттуда. Ох и Симба. Все, король лев. О, Сережка звонит.